Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он радостно шагал в припрыжку, разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый, угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что есть мочи, почти что даже на бегу, лбом в дерево попал, и слезы ручьем поплыли по лицу. «Сынок, ты что же без внимания? Идешь, глядишь по сторонам. Теперь терпи свои страдания. Ты виноват ведь в этом сам». Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. «Но, папа, я же, доверяя, тебе свою ручонку дал». Отец все понял, обнял сына, прощенье искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел урок неся. Отец небесный не как люди, взяв за руку своих детей, не отвернется, не забудет, всех сохранит сред злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку, кто от любви нас отлучит. Перенесем с ним скорбь и муку, Отец Небесный нас хранит. Слава Богу.